В преддверии Дня учителя в Сморгонском районном центре культуры прошел торжественный концерт, посвященный людям самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире. Стало доброй традицией в преддверии профессионального праздника педагогов торжественно чествовать самых талантливых и влюбленных в свою профессию учителей. Не только заслуженных и опытных, но и тех, кто к работе приступил недавно. Специально для того, чтобы торжественно поздравить педагогов и дать им возможность отдохнуть от повседневной рутины, в районном центре культуры в эту пятницу прошел концерт для лучших учителей Сморгонщины. Со сцены в этот день в их адрес звучали не только поздравления, но и размышления над тем, каким должен быть современный наставник. Давайте сегодня спросим наших коллег, родителей, детей, что они вкладывают в понятие «авторитет учителя, воспитателя, педагога». Они нам с вами скажут понятные вещи. Глубокие знания, постоянное самосовершенствование, искренняя заинтересованность в своем труде, требовательность к себе и окружающим. А еще, конечно же, нравственность, порядочность, доброта, душевная теплота, неподдельная любовь к детям, а еще умение находить приемлемый выход из ежедневно складывающихся непростых педагогических ситуаций. Такой педагог, на мой взгляд, будет всегда пользоваться авторитетом у коллег, родителей, детей. Такой педагог, о котором мечтают родители для своих детей, когда ведут их за руку первый раз в школу или в детский сад. Во время церемонии награждения на сцену районного центра культуры в этот день выходило большое количество заслуженных работников сферы образования. Среди них были молодые, но подающие большие надежды учителя и ветераны педагогического труда. Было сказано много теплых слов от руководства района и председателей общественных организаций. Лучшие педагоги отмечены заслуженными наградами. Так, за значительный вклад в развитие образования, внедрение передового педагогического опыта, образцовое выполнение трудовых обязанностей и нагрудный знак Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования» из рук председателя Сморгонского районного совета депутатов Сергея Кудинчука получили учителя математики из школы номер 5 Екатерина Катайкина и учитель русского языка и литературы гимназии Светлана Самохина. Я хочу сказать, наверное, не новые слова, что профессия педагога, она уникальна и многогранна. И результаты этой работы видны не сразу, а через года. И для того, чтобы они были видны, нужно вложить много-много вам усилий. Хочу сегодня обратиться к нашим наставникам, к нашим опытным, мудрым учителям. Спасибо вам за вашу мудрость, за ваш опыт, за то, что вы даете свои знания нашим детям, любите их, воспитываете и цените. Хочу пожелать вам мира, добра. Пусть в вашей душе всегда будет спокойствие. Ну и, конечно же, спасибо за то, что вы все верны, несмотря ни на что, своему призванию. И пусть это призвание приносит вам только счастливые моменты в жизни. Профессия педагога издавна является одной из самых уважаемых и почетных в Беларуси. На учителей и преподавателей сегодня возлагается ответственная миссия – не только дать нашим детям глубокие и прочные знания, но и воспитать гражданина и патриота, научить жить интересами страны, творчески мыслить и самостоятельно принимать решения. Вам, учителя любимые, пожелать хотим терпения. Вы для нас необходимы, ваши нам.